труба. Дмитрий Моськов, тенор-саксофон. Армен Мухчан, бас-гитара. Легенда советского джаза, ЛСД, Юрий Гимбачев. Павел Тимофеев, барабаны. Евгений Ревнев, клавишные инструменты, рояль. Вадим Эленкрик, бэм. Ну и, конечно, от девочек добавлю, действительно, помимо виртуозной музыки, спасибо, что вы такие красивые. Судя по всему, не отпускаете? Прав был Арт Блэки. Арт Блэки был прав. Вы знаете, я вам сейчас расскажу совершенно потрясающую историю. Я один раз был на джазовом фестивале, и хедлайнером был Маркус Миллер. Все пришли слушать Маркуса Миллера, он должен был играть полтора часа. Ровно через 35 минут он сказал: «Все, до свидания, мы уходим». Но мы так стояли в легком недоумении, попросили его сыграть, он, конечно, сыграл на бис один раз, второй раз, и так играл раз 6-7, пока все полтора часа ровно по контракту он не сыграл. Мы, конечно, сыграем еще одну композицию. Спасибо! Вадим Эленкрик Бэнд, специально для вас, как ты любишь. Thank you.
и прекрасная грустная мелодия об ушедшем Гровере Вашингтоне и о ныне здравствующем Маркус Миллере. Такое своеобразное посвящение. Вадим, спасибо огромное. Вадим Оленквик и его партнеры «Россия на джаз-фестивале Коктебель-2010».